GWD Peggy 16 представляет. Я вас приветствую, друзья, канал GWD Rise of the Tomb Raider, все гробницы. Еще одна гробница, друзья, находится она здесь. Посмотрите, мы на советской базе, да? Если отдалить, то вот по карте, по большой, вот где она находится. Итак, вот где мы находимся, вот здесь вход в нее. Давайте пойдем туда. Так, мы здесь рысь завалили, да, вот, вот она лежит, барс даже. Все, вот и вход. Вот и вход. Так, ну-ка. Кто здесь есть? Никого нет? Ну вот и славно. Так, ну что? Давайте выдергиваем. Тут тропа. Очищаем наш путь. Исхоженная. Есть лишь один способ узнать, куда она ведет. Зайти в нее, да? Ну, это пока оно неизвестное. Как только разгадаем, опустошим, вот тогда будет сразу известное место. Итак, где это мы? Лагерь здесь есть, друзья. Ну, это как всегда. Просто, чтобы он определился у нас. Отлично. Наноситесь на карту, милый сударь. Так, куда нам дальше-то? Здесь, наверное, да? Да, скорее всего, сюда. Молодец. Умничка. Дальше. Да, друзья, ну и запрятали, конечно, нашу гробницу. Так, сюда. Отлично. Прыжочек. Отлично. Давай, давай, красавица, топай. Можешь? Осторожно. Спокойно. Да, я продумал. Так, спускаемся. Вон она. Глаз Божий, гробница. Ладно. Как мы ее в сюжетке, ребят, прогуляли? Проигнорили мы ее в сюжетке. Так, идем сюда. Ой, отсюда сюда придется прыгать. Ну-ка. Отсюда! Твою мать! Видишь, какие подставы-то грядут. Прям никогда не знаешь, куда прыгнешь. Играй с подстав. Это что еще такое? Я должен на нее типа? Ну-ка. А, это, наверное, я потом спущусь оттуда. Все понятно. Могли оттуда туда сделать, да? А, нет, мы потом сделаем, наверное. Как только пройдем эту гробницу, вот здесь палка стоит. От нее тоже зацепимся и наверх переберемся. Потому что иного выхода я не вижу. Ну все, подтягивайся, Лара. Да, и там еще, посмотрите, какой-то ход. Ну-ка. Что это за звук? А, если опустить врата, я смогу залезть повыше. Так, обновляем карту. Это была какая-то часовня. Пилигримы приходили сюда ей поклониться. Итак, друзья, ну что, пора... Пора уже открывать нашу гробницу. Итак, давайте прокрутим это колесо. Наш противовес поднимется, смотрите. Так, по крайней мере, противовес. Итак, он работает. Дальше, еще разок. Хотя нет, давайте для начала просто поднимемся наверх. Смотрите, как он работает. Поднимаемся наверх. Переходим туда, к противовесу. Вот. Спускаемся. Цепляем наш противовес. Соединяем, да, его. Итак, отлично. Теперь крутим наш барабан. Чтобы подогнать его, нужно его натянуть, да?
Не пугайтесь, сейчас снова вернемся к этому. Итак, натянули, да? Развернуть? Сейчас нужно его развернуть, чтобы он по левой стороне ударил другой противовес и освободил его от льда. Итак, возвращаемся в комнату. Для чего мы это делаем здесь? Чтобы меньше времени занимало. Да и оттуда не выбраться по-другому. Итак, что нам остается, друзья, с вами сделать? Сейчас давайте вернемся сюда и спустим его вниз, пониже, наш противовес, потому что он слишком высоко. Видите, да, там воздух как раз. Так, уже лучше. Итак, и еще чуть-чуть получается. Еще чуть-чуть. Видите, музыка заиграла, значит, мы на верном пути. Возвращаемся туда. Нам остается всего лишь его отцепить вовремя, причем подгадать момент, когда будет дуть воздух, чтобы его откинуло влево и прямо на лед. Как бы его развернуть? И прямо на лед, смотрите. Чуть-чуть натянем к себе, конечно, чтобы он туда все-таки полетел, а не просто так болтался, да? Обычная физика, друзья. Ну что, 3, 2, 1. Дует воздух, отцепляем. И... да! Вот и все, друзья, готово. Теперь открыть дверь. Теперь нам остается всего лишь открыть дверь гробницы. Тут делов-то на минуту. Но когда ты впервые здесь, тут реально можно голову сломать. Главное обращать внимание на детали. Воздух, вот это вот все. Когда вы впервые в гробнице, нужно осматриваться просто внимательно. Что там есть. Чутье применять обязательно. Посмотреть, куда. Чутье вам помогает, так скажем, подергать за ниточки, какие нужно в первую очередь, да, подергать. Вот и все. Открылась наша гробница. Спускаемся. Невероятно. Это природное образование. Так, вначале мелочи. И наше основное вознаграждение. Это манускрипт. В нем описаны размышления о человеческой воле. Итак, что он дает? Скрытая сила. Освоен навык, друзья. Если Лара получает критический урон в бою, экран становится серым, здоровье автоматически восстанавливается. Я считаю, просто шикарно. Гробница пройдена. Глаз Божий, друзья. Ну что, на этом все. Дальше следующая гробница. Не переключайтесь, друзья. Еще одна гробница испытаний, друзья. Заканчивалась последняя глава. Вот она здесь, видите? Она не показывается, причем. Нужно самому. Да там еще и. Там еще и, наверное, сейчас что-то нам встретится, потому что здесь везде кости лежат обглоданные. Тут, наверное, опять какая-нибудь кошечка живет. Страшно, если честно. Никого? Заходим. Неужели никого? О, еще хуже, там гребаный медведь. Сукин сын. Скотина. Здоровый, конечно, вообще. Скотина. Охренеть, по-моему, гораздо тяжелее, чем первый даже. Помните, самый первый наш медведь? Это была какая-то жуть. С патронами еле справились, представляете? Того луком хотя бы долго. Да лук-то это что, господи?
Там еще первый наш лук самый. Это ж вообще не лук был. Еще здесь какой-то? Нет, это мы отсюда пришли. Так, давайте смотреть, что же здесь. Идти дальше в гробницу. Вот тебе и первое испытание. Итак, пока что это неизвестное место, конечно же. Синяя стеклянная ваза. Все еще в прекрасном состоянии. Таких, конечно, мало осталось. Так, идем дальше. Сейчас, наверное, наша гробница появится. Итак, да, открытая местность какая-то. Неужели прыгать будем вниз? Да, придется. Заныриваем. Красотища. Так, только нам куда? Дальше-то. Стойте. Нужно обновить, конечно. Сейчас обновим карту. Так, что здесь есть? Хорош. Очки опыта тоже нужны. Хорошо. Так, ну все тогда, вперед плывем. А, нет, еще кое-что есть, ребят. Прошу прощения. Нужно забрать. Железный кулон. Солдаты империи иногда вешали такие на пояс. Так, ну и все, поплыли. Поплыли вперед. Посмотрим, что там. Ага, заныриваем, все. У нас есть дыхательный аппарат, теперь нас ничего не беспокоит. Впереди еще две гробницы, которые мы, ввиду того, что у нас не было снаряжения, не смогли пройти. Развалины под водой. Да, друзья. Еще одно испытание наше. Так, давайте сюда. Слышу летучих мышей. Вау. Боже мой. Красота, ребят. О, черт, не дай бог эта хрень взорвется. Нужна будет искра. Или нам наоборот нужно ее взорвать, да? Вот тебе и на. Так, ну что? Есть. Сделали дело. Итак, друзья, палата изгнания. Давайте смотреть, что здесь нам нужно сделать. Я попытаюсь вам быстренько объяснить. Нам нужно двинуть вниз. Смотрите, там противовес внизу. Его нужно высвободить. Как это сделать? Тянем за рычаги. Вода там будет уменьшаться. Но здесь комната будет вся забиваться газом. Смотрите. Комната заполняется. Нас будет немножечко глючить, но ничего страшного. Зато внизу нет воды. Теперь... Нам нужно высвободить этот противовес. Да. Отлично. Есть. Все, возвращаемся. Что нам нужно здесь сделать? Посмотрите. Вы, наверное, пытались его потянуть вот так, да? Но, в принципе, это неправильно. Видите, он обратно забивается. В принципе, это даже нормально. Пускай так остается. Что можно было сделать? Итак, нужно было... Посмотрите. Теперь он свободен, да? Можно его выкрутить наверх. Итак, достаем его. Понимаете, он выбит потом ворота. А с помощью чего, как вы думаете? Вроде достаточно высоко. Все верно, с помощью газа. Мы его взорвем, он вылетит прямо в ворота. Итак, наверное, пробовали еще и после этого что-то сюда потянуть. Что, в принципе, неправильно. Нужно идти наверх, друзья. Давайте пойдем наверх. С другой стороны подтянем. Он выдвинется ближе к воротам. И тогда уже можно будет все тут к хрена взрывать. Сейчас увидите сами все. Итак, тянем сюда. А противовес, получается, в другую сторону пойдет. Видите? Все, он ближе к воротам становится. Ну, второй раз уже, конечно, лишка. Теперь попробуем. Все, сейчас можно спускаться. Можно спускаться вниз. И уже, получается, тянуть снова рычаги. Потом подняться наверх. И, конечно же, сверху только засандалить туда стрелу. Дать туда искру, да, друзья? Ни в коем случае не внизу.
вас сразу прикончит прямо здесь. Если только как-нибудь ее подтолкнуть. Тут сейчас все в газу будет. Смотрите, раз, еще раз. Итак, высвобождаем газ. Здесь ничего не взрываем. Поднимаемся наверх, потому что, видите, здесь ее уже штырит. Значит, нужно сверху. Итак, зажигательную, пожалуйста, одну стрелу туда. Погнали. Вот и все. Противовес выбил ворота. Сработало. Можно двигать вперед, забирать нашу награду. Отлично. Рукопись. О боже, это... Это же формула греческого огня. Да, друзья, это то, что нам реально не хватало во время сюжетной линии. Греческий огонь, он бы там все прожигал просто. Пламя реально крутое. И броню пробивает, и все. Ну что, друзья, на очереди следующая гробница. Не переключайтесь, будет так же быстро, как и в этот раз. Итак, друзья, следующая наша гробница... Рядом с водопадом, поселение наших союзников, да, самое близкое к водопаду. Там мы грохнули медведя, так что, если вы идете туда впервые, будьте бдительны. Его сейчас уже нет, но, получается, к вам он выскочит, если вы и там впервые. Почему мы не могли в сюжете сюда попасть? Потому что у нас не было должного оборудования. У нас не было бэт-крюка. А, нет, подождите, вот в этой гробнице, да, здесь у нас не было дыхательного оборудования, чтобы мы могли плавать под водой, смотрите. Так, пролезаем. Вот, здесь нас просто тупо не пускало, нам говорили, что нужно оборудование. Теперь мы можем плыть сколько влезет, чтобы попасть к нашей гробнице. Так, пока что это неизвестное место, само собой. Ну что, поднимаемся. Здесь уже кто-то был, да, по-видимому. Так, ну здесь просто нужно аккуратно проходить. По этой веревке мы, чувствую, вернемся назад. Но пока что нам нужно пойти по левой стороне. Итак, нужно выгадать время, да? Итак, идем. Переходим быстренько. Ждем. Переходим быстренько. Ну и так далее, ребят. Все, последнее. Переходим. Итак, когда перешли, поднимаемся. Скоро начнется наша гробница. Вот она, уже рядом совсем. Футляр. Футляр, так футляр, отлично. Не будем вникать, не будем вдаваться. А здесь ловушка, ребят, поэтому она красная вся. Смотрите, как только наступаем, сразу же. Подонки прям вот придумали тоже, ты посмотри. Чуть нас не проткнуло. Три штуки аж за раз. Так, это мы берем. Кувшин из кости. Похоже. Это нас не особо волнует. Ну что, друзья, все, мы почти что подошли. Сейчас последнее все это соберем. И мы уже на месте, можно сказать. Да, китежские бани. Вот это баня. Наша гробница, друзья. Ну что, первым делом прыгаем туда вниз, конечно. Мы ее затопили намеренно? Итак, неважно, намеренно затопили или нет, но, как бы возможно, проникнуть? Кстати, и намеренно. Полагаю, лодку можно Итак, передвинуть. На лодке есть рычаги. Конечно, мы ее передвинем. Давайте, первое, что, куда можно ее передвинуть, это сюда. Итак, крутим, чтобы передвинуть нашу лодку. Так, смотрите, ребят, здесь, помимо, получается, нашей гробницы, да, здесь, видите, она получается между двумя комнатами нашей гробницы. Между правой, вот куда мы пытаемся нашу лодку, вот сюда вот ее, вот это правая комната, а слева левая. Посередине наша гробница, так скажем, наше сокровище. Итак, к правой стороне пока что приблизимся.
Не-не-не-не, надо зацепиться, конечно, обязательно. Так не потянет, ребят. Итак, цепляемся. И туда двигаем. Видите окошечко? Мы туда не попадем сразу. И не, даже не пытайтесь. Все тут продумано. Сюда мы не попадем. Итак, подвигали лодку. Нормально. Теперь нужно нам перейти вот в эту комнату, чтобы попасть. Видите, да? То есть лодку сейчас в противоположную сторону. Это просто, чтобы вы поняли, что куда. Итак, теперь нужно будет ее отцепить и просто передвинуться туда. Так, ага. Нужно будет даже не отцеплять ножом, а просто можем, наверное, зацепиться, и та вторая часть тупо отпадет. Да, так и думал. Итак, друзья. Двигаем вперед. А вот через это окно мы уже попадем. Итак, начинаем, само собой, с левой комнаты. Правую посмотрели и хватит. Погнали. Итак, левая комната. Что же здесь? Посмотрите, механизмы здесь какие. Да, вот они. Их нужно будет накручивать. Но вначале, чтобы крутить что-либо, нужно будет избавиться от воды. Итак, что мы делаем? Идем сюда. Перепрыгиваем. Итак, вот эту штуку нужно будет потянуть на себя. Но вначале зафиксировать. Давайте зафиксируем, свяжем их. А потом потянем на себя. Итак, тянем. Вода убывает. Теперь можем быстренько туда прибежать. Ждем, пока вся вода убудет, ребят. Ждем, 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 как можно дольше. Все, быстренько туда. Двигаем. Да, и там вот нужно будет накрутить нам сейчас, смотрите. Быстренько крутим. Итак, все, друзья, фиксируем. Отлично. Итак, с левой комнатой покончено. Перебираемся в правую комнату. Осторожно. Цепляемся. Также лодочку нашу двигаем туда. Ну, перед этим давайте мы вам покажем, что здесь нужно сделать. Вот она, правая комната. Заплывем, покажем. Здесь то же самое, друзья, но противовеса нет. А лебедки-то нету, получается. Что, через что будем цепляться-то? Нет ничего подобного. Следовательно, отсюда мы выходим. Уходим отсюда просто. Угадайте, где есть лебедка? Да, все верно, на нашей лодке, друзья. Итак, выходим отсюда. Еще слив. А лебедки нету. Итак, спрыгиваем. Вот, видите, здесь дырка как раз, вот прям точь-в-точь. Итак, двигаем к нашей лодке, чтобы подтащить ее сюда. Залезаем, фиксируемся. Итак, все, можно сказать, готово почти что, ребят. Мы уже близки. Подтягиваем лодку. Внимательно, чтобы, видите, еще нужно зафиксировать ни близко, ни далеко. Видите, отсюда мы не достаем. Да и нам не позволит просто решетка. Она тупо не, нам не позволит, смотрите. Видите, да, стрела застревает. Значит, нам нужно на ту сторону передвинуться. Так, двигаем на ту сторону. Проплываем, двигаем, двигаем, двигаем. Еще слив. А лебедки нет. Итак, залазим сюда. Двигаем ее на себя. Итак, смотрите, получается, уровень падает. Лодка тоже ниже становится. Как можно дольше ждем. И отпускаем. Самое главное сейчас успеть зацепиться. Итак, целимся отсюда, получается. Пока водичка поднимается. Успеваем быстренько фиксировать. Да, все, успели, друзья. Отлично. Теперь переходим туда, быстро проплываем. Она причем не плывет, посмотрите. Она идет. Итак, плывем, плывем, плывем. Скорее, через эту сторону залазим и закручиваемся. Итак, крутим.
Вот и все, друзья. Можно сказать, сделали. Вот. Почти все. Вот так вот. Подготовлено для захоронения. Ну что, друзья, остается братская только взорвать здесь все к хренам и вынести всю эту решетку. Вот и все, проход открыт. Поднимаемся наверх. Это ж посмотрите, какая глубина была, да? Вроде перед нами казалось. Древняя рукопись. Похоже, это трактат по скалолазанию. Ну вот и все, друзья. Лазить мы сейчас будем быстрее по стенам. Не переключайтесь, дальше следующая гробница. Итак, друзья, вторая гробница, которая, я имею в виду вторая, на которая не далась нам, ввиду того, что у нас не было подходящего оборудования. Вот, идем снова сюда. Все, мы на месте. Так, нам не нужно. Заходим. Наконец-то, с помощью бэт-крюка, наконец-то можем это сделать. Да. Прыжок получился, мать его. Долгожданный. Ну, это пока оно неизвестное место. Ага, ничего даже нету. Ну, ладно. Дальше, а-ля бэт-крюк... Крюк стайл. Так, это что такое? Обновление. Хорош. Дальше идем. Раз. Да мы уж почти. Что ты там зацеплялась? Там? Могла бы и руками. Так, здесь что-то мигало, если я не ошибаюсь. Да. Ну что, входим? Медленно, наверное. Лара, в чем дело? Не хочешь, что ли, туда идти? Или ты должна была упасть? Эй, да ты упасть должна была. Или нет? Ну-ка, давайте еще разок. Что это она завредничала? Да. Она должна была все-таки упасть, друзья. Все с ней понятно, блин. Итак, вот мы и на месте. Яма искупления. Сейчас посмотрим, что здесь нужно делать. Так, что здесь такое? Катануть, видать, надо сюда что-нибудь, какую-нибудь тележку. Да? Сейчас посмотрим. Там что-то есть. Блин, Лара, там то, что нам нужно. Не просто что-то есть. Осторожно. Да вообще не говори. Должен быть способ повернуть платформу. Старое кольцо, привязанное к кожаному ремню, чтобы получилась петля. Украшения им были не нужны. Понятно все с ними. Так, здесь одна тележка. Кто здесь еще был? Я знала, что рискую. Рано или поздно город... Так, друзья, мы можем толкнуть, либо тут еще покрутить что-то можно.
Давайте посмотрим, что это такое. Что здесь надо видеть? Ага, то есть направление. Ничего себе. Все понятно, понятно. Оставляем, оставляем пока. Так. Или же нет? Ну-ка. Там заблокировано, что ли? Ну-ка. Вот. Сейчас открыто, да, стало? Теперь я смогу толкнуть тележку. Чё-то аж страшновато стало. Да ну, кто-то прям превратился в скелет, сидя, что ли? Так, ну, тележка это здорово, конечно. А, типа нам туда для второй... Да, чтобы до второй добраться. Давайте тогда первую скатываем. Скатываем отсюда тележку. Давай, пошла. Блин, золото бы лучше карманы бы набило, Лара. Твою мать. Сойдет. Так, дальше идем. Так, вторая. Итак, вторую тележку надо туда затащить. Не все так просто. Все понятно. Ну-ка. Что здесь такое? Пара игральных костей. Опять какой-то хлам, наверное. Были такие, но эти выглядят более изысканно. Вы посмотрите на них. То есть гильзы там, да, внутри. И сахар, может, или хлеб, как обычно делают. В тюрьме там еще где-то. Так, что здесь такое? Что-то... Что-то не особо. Нет, не, нам надо наверх идти. Так просто здесь ничего не поднять. Нам нужно тележку наверх поднять, а тут вообще что-то не катит. Итак, вот. Вот оно что. Нужно опустить ее. Наверняка. Лара, я не вижу. Вот. Вот, а я про что? Все. Сейчас. Покрутим. Вот так. Дальше, 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 дальше. Нам нужно ее принять. Вот через эти, да. Вот так. Все, толкаем сюда. Давай, ты должна. Отлично. Ну все, поднимаемся. Так. Ну ты чё, поднимайся, поднимайся. Черт, ее надо внизу настроить, получается, повернуть. Смотрите, нужно просчитать. Итак, она так, да, становится. А нам нужно... Сейчас попробуем. Вот так. Пробуем. Ага, все, наоборот, значит. Наоборот, ставим и все. То есть, чтобы та сторона была к нам. И все. Та, которая блокированная сторона к нам. Давай, 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 давай. Это не все. Еще дальше. Вот так. Шикарно. Поднимаем. Лифтим. Вот так-то, детка, толкаем. Ты куда, Лара? Да, отцепилась не вовремя просто.
все. Цепляем. Будем надеяться. А, с этой стороны что ли? Только бы под колеса не попасть. Все, толкай. Не попадешь. Господи, что там сейчас будет? Снесла все-таки. Надеюсь, этого хватит. Ну все, туда двигаем. Сработало. Хорошо, что все еще держится. Да, друзья. Так, ну все, начитались. Достаем все отсюда, да. Это наше богатство. Не зря мы эту всю работу делали. Так, а там что такое? Выбиваем. А, у нас хватает этого, ну все понятно. Ну все, последние штрихи и наконец-то самое главное, самое вкусное. Манускрипт 10 века о византийских методах ведения горных работ и металлообработки. Геолог. Так, позволяет успешно добывать хромовую руду, чтобы нажать добычу рядом с подземной рудой. Хорошо. Ну все, двигаем отсюда. Двигаем отсюда, друзья, двигаем. Больше ничего нету рядом. Ну все, можно плыть отсюда. На этом все, друзья. На этой гробнице все. Увидимся в следующем видеопрохождении. Ну, точнее, дальше следующая гробница. Не переключайтесь. Давайте вот сюда сходим. Вот оно что. Ледяной корабль. Гробница, наверное, ребят. Там что-то есть. Поднимаемся. Да, ребят, серьезно здесь все. Так. Давайте посмотрим, что она делает. Ага, то есть отсюда туда запрыгнуть? Да не вопрос. Каждые выходные этим занимаемся. Так, поднимаемся наверх. Перейдем. Нас сейчас, наверное, накернет сюда, нет? Да нет, не особо что-то. Сейчас, наверное, накернит, да? Итак, 3, 2, 1. Блин, свалимся, наверное. Может, раскачать как-то ее можно? А ну-ка. Лара, я хочу выстрелить. Что ты прям как не своя-то? Блин. Ладно, если отсюда выстрелим. О, другое дело. Так. Ну, они вообще ему как вообще. Как слону. Иголки. Прыжок. Нет, взялась все-таки. Да, получилось. Так, ладно. Вроде бы по веслам можно забраться. Полезли наверх. Еще выше. Так, смотрим, что здесь можно сделать. Ну? А, вот так, то есть. Раскачиваем. Самый низ прям. Сейчас посмотрим, зачем мы это делали все. Так, а пока нам даже не обязательно. Мы сейчас отсюда посмотрим. Надо выбрать момент. Ага, ну все понятно. Еще разок. Еще разулю. Погнали, крутим. Полностью опускаем, быстро бежим и прыгаем. Все, погнали, погнали, погнали. Лара, шустрей. Есть. Получилось.
Теперь надо узнать, что там находится. Вообще шик. Так, перепрыгиваем туда, сможем? Да. Зацепляемся. Теперь идем туда, чтобы узнать, что же там находится, ребят. Не, не подумайте, я бы галеру ни за что бы не пропустил. И порядок очереди, конечно, прошел, но все-таки не могу я такую интересную вещь пропускать. Так, наверх. Отлично. Там по-любому что-то ценное лежит. Нам такие вещи нужны. Тише, ты вот чё? Вот это да. Совсем устала, да? Зачем было брать с собой столько добра? А сейчас почитаем, узнаем, что они здесь вообще делали. Да, друзья? Так, здесь ничего нет. Итак, карта какая-то. Все кончено. Мы здесь погибнем из-за Коральда и безумия Троицы. Моему кораблю не суждено снова увидеть воду. Мы вошли в Ледовое море поздней зимой. Надо было повернуть назад, но Коральд решил во что бы то ни стало продолжить поиски потерянного пророка. Он и его воины с мертвыми глазами подняли мятеж. Пока была возможность, мы плыли по мелководным притокам. Затем мерзавец заставил нас соорудить санные полосы и волочить корабль по суше. Отказ означал верную смерть и отлучение. Но смерть ждала нас в любом случае. Я позабочусь о том, чтобы он умер здесь вместе с нами. Я всегда держу под рукой яд на случай, если корабль захватят пираты. Теперь этот яд пригодится для другой цели. Да, чтобы убить капитана своего же. Бывает, ребят, осуждать ни за что. Так, что же это такое? Тут описываются приемы стрельбы из лука, применяемые врагами Византийской империи. Древние навыки. Лара выпускает две стрелы подряд, без необходимости доставать их из колчана. Сделайте два выстрела, быстро нажав и отпустив РТ, после того, как выпущена первая стрела. Неплохо. Тогда... Итак, выстрел. Куда стрелять-то даже непонятно, что-то они особо не рушатся. Вон оно что, ребят, зацените. Вот это крутота. Лезем. Лезь давай, Лара. Не тупи, хух. Итак, испытания мы прошли. Спускаемся аккуратно. Здесь, как правило, никого нет, да? Если я не ошибаюсь, конечно. Но обычно никого здесь нет. Никто нас кусать, убивать не будет. Так, ну вот это лучше достать, конечно, отсюда. Давай к нам, золотишко. Дальше смотрим. Вот он, вход-то, вот он. Но перед этим, конечно же, какие-нибудь полезные мелочи, да. Отлично. Начались гонения на пророка и на его последователей. Все понятно. Ладно, гробница. В первую очередь гробница. Их, похоже, бросили. Заходим. Спешки. Интересно, нашли здесь красное что-нибудь? Неизвестное место. Там внизу гробница, вода. Гробница испытаний. И, похоже, очень много. Ой, не люблю я это все. Холодно будет. Золотая монета с изображением города. Отлично. В копилку. Черт, опасно, опасно. Прыгаем. Так ты зачем вниз-то? Разбегаемся и прыгаем, дорогая моя. Вот так. Все, вниз спускаемся аккуратно. Чтобы не разбиться. Охренеть.
Вот оно как, вот оно как, посмотрите. Так, вниз получается. Ну, погнали. Четко. Все, аккуратно, не спеши. Еще. Все, спрыгивай. Хорошо, спускаемся вниз. Господи, ну куда нас завела, нелегкая. Икона пророка, отлитая из золота. В городе начали развивать свой стиль, но икона все еще очень похожа на византийскую. Недурно. Ладно, идем дальше. Так, здесь что у нас такое? Веревочка какая-то. Ага, все понятно. Механизмы старые. Где и новые? Наверное, это часть механизма. Потихоньку. Это нас там порешает, если мы спрыгнем. Нет? Дайте хоть оглядеться-то. Вон оно что. Ну-ка. Есть. Нас не задело. Ну вот и оно, ребят. Залазим. Так, вот это берем. В обязательном порядке. Это тоже. Так, и что же здесь такое? Бочка с маслом. Все понятно. Вот эту штуку нам надо захватить. Ну или сжечь. Сейчас посмотрим, чем. Отлично. Заплываем, дорогие мои. Так, налево. Кто все серьезнее и серьезнее у нее становится с каждым разом. Вода все разрушена. Все круче и круче. Еще лет 20, и тут мало что останется. Ух. Красотища. Это цистерна. Так, давайте смотреть. Тут всегда какие-то подколы. Твою мать. Я вот этого и ждал. Все с ними ясно. Так, если мы здесь оплывем, ничего не найдем, да, наверное, вероятнее всего. А имеет смысл сюда плыть вообще? Ну-ка, ускоримся, что здесь такое? Вот оно что. Вот оно что, ребят. Хватаем вот эту штуку. Несем туда и подрываем ее, чтобы водичка здесь все заполнила. И тогда мы сможем подняться. Не зря шли, не зря. Так. Все, будь здесь. Твою мать, ты где? Нет, 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 нет. Не смей. Упала, что ли? Черт бы ее подрал. Свалилась все-таки, да? Ну-ка, давайте посмотрим. Да, видать, свалилась. Сейчас мне уже мерещиться начала. Ладно. Вторая попытка. Отсюда докинем вообще? Ну-ка, давайте вот, вот сюда вот киданем. Надеюсь, не упадет. Да, отлично. Супер. Все сработано грамотно. Так, плывем. Ныряй давай, ныряй. Вот. Умничка. Все, вылезай. Теперь мы можем забраться вот сюда. Так, а здесь что такое у нас? Давайте смотреть. Не зря вот это вот все лежит. Это нужно куда-то применить. Так, еще вверх можем забраться. Ну-ка. Сейчас глянем. Есть что-нибудь полезное?
Ага, ничего. Просто так, скажем. Вот куда я отнесу. Уже вижу. Давайте отнесем вот это сюда, масло. Так, ну-ка. Ага, нам даже масло не надо носить сюда. Вон оно что. Так, вода особо не прибывает, но нам нужно еще и нужно умудриться попасть, понимаете? Итак, смотрите, что нужно сделать. Итак, закидываем на платформу специально на нее. Итак, все, платформа есть. Давайте на всякий случай две туда закину. Они тут все равно появляются время от времени, если ты косячишь. Так, давайте еще вторую туда же. Вот сюда поближе. Отлично, все. Получается, достаем сразу пистолет. Сейчас увидите. Гениально, ребят. И прыгаем еще разок. Все. Все, можно спрыгивать отсюда. Как только они сейчас пойдут назад, мы их подстреливаем. Смотрите. Все, сейчас возвращаться начнут. Вот здесь где-нибудь. Давай. Есть. Так, по идее, теперь я смогу там пробить. Так, а это что такое? Мы еще и туда можем забраться? Ладно. Теперь. Ну-ка. Можем заплыть? Да, шикарно. Итак, что же здесь нас ждет? Поднимаемся. Да, ребят, сколько всего нужно перепройти, чтобы тут попасть на самый верх? Тут еще что-то есть. Ну-ка. И тут кто-то побывал. Да, друзья. Постоянно грустные, очень грустные истории. Но жизненные. Так, где масло? Как же мне до туда добраться? Зачем? Нам нужно масло только. Чтобы подорвать, получается. А я масла реально не вижу. Так, перепрыгнуть мы вряд ли сможем. Вот это что за механизм? Или сможем? Так, ну-ка. Давайте посмотрим. К чему это не приведет? Вот оно что. Так, херачим. Так, мы сверху оказались. Это потому, чтобы выбраться, да, быстро? Ну ладно. Стойте-ка, подождите-ка. Все, понял. Все понятно. Масло надо туда загнать, ребят. Масло. Как это сделать? Масло подкинем. Нам нужно доставить вся хитрость, чтобы доставить, блин, это масло на самый верх. Можно точно собираться. Давайте посмотрим, насколько это поднимет уровень. Что-то маловато, если честно. А мы успеем доплыть, взять в руку и подпрыгнуть. Ладно, ускорили. Ускоряемся. Так, закидываем. Все, поднимаемся туда. Получилось. Умничка. Ну, я в смысле. Лара, ты всего лишь персонаж. Погнали. А мы красавцы.
Поднимаемся теперь туда. Забираем то, что нужно. Я сейчас представляю, если я сейчас промахнусь или еще что-то в этом роде. Будет очень обидно, ребят. Так, хватаем. Ну что? Один раз только можем лохануться. Я бы даже сказал, что мы не можем лохануться, в принципе. Итак, вышибаем, хрена. Есть. Итак, друзья, нам нужно сейчас вниз. Как нам это сделать? Давайте посмотрим, может здесь какой-то вариант есть. Просто спуститься без повреждений, без всяких. Ну-ка, обошли, да, вроде все уже. И да, все, ребят, мы свое сделали. Охренеть, какой уровень воды. Вот и все, поднимаемся. Забираем свою награду. Так, вначале собираем все. В всяком порядке. Ну что, идем. Так. Древняя рукопись о дарах земли. Врожденные инстинкты. На карте автоматически отмечаются все близлежащие ресурсы. Они подсвечиваются при приближении. Отлично. Гробница пройдена, друзья. А значит, пора отсюда выбираться. Вечно забываю, реально. Забывается почему-то. Вот так. Есть! Супер! Прыжочек! Отлично. Она находится где-то там. Охренеть, вот это гробница, ребят. Ну все по очереди, следовательно. Давай зажигай что-нибудь, а то ведь совсем. Нельзя больше ждать, когда наши братья. Отдельное оружие. Да, звучит, конечно, сильно. Все, Лара, пойдем. Нужно спускаться, предпринять что. Так, друзья, прыгаем. Что нам делать-то еще остается? Так, вот это здесь не зря. Я, блин, уверен полностью. Да мы потушим же ее быстро. Значит, воду надо остановить. Вода течет вот оттуда, да? Так, давайте вот на эту сторону вначале. Так, забирай. Бутылку пока оставь. Бутылок вон навалом здесь. Рудничные тележки. Нельзя ли прикрыть воду ими? Взрыватель для бомбы. Правильно мыслишь. Тоже собран вручную. Наверное, он долго собирал ее по частям. Итак, перекроем водичку вот этими вот вещицами. Так, подождите, нам еще наверх можно забраться, но пока не до этого. Пока реально не до этого. Вот оно. Нужно разобраться, что здесь произошло. Надо как-то пробраться внутрь. Блин, да. Да, старые маневры. На примере одного научить остальных. Так, ну что, друзья, пробуем. Давайте сюда залезем для начала. Так. А что мы здесь отсюда можем вообще сделать-то? Туда можем перебраться? Нет. Упадем, наверное, сразу. Так, там еще есть. Вон для чего мы сюда. Запутывают, как хотят просто. Вот для чего. Вот оно. Поднимаемся наверх. Изучаем немножко русский язык.
Так, что же это такое, ребят? И с чем это связать? Так, воду нужно... Не идет. Труба все-таки железная, блин. Итак. Не зря здесь вот эта хрень стоит. Нужно на нее запрыгнуть. Погнали. Итак, это идет. Закрывает вход. Ага, если бы... Надо найти способ перекрыть ее полностью. Да. Чуть-чуть не получилось, да? Чуть-чуть не считается. Так, что же нам делать, если сюда перепрыгнем? Что же здесь? Надо высвободить еще одну тележку. Вот она. Вот она, вот она, вот она, ребят. Идем наверх снова. Сейчас сделаем. Ну что, погнали. 3, 2, 1. А больше-то и нет тележек. Подождите-ка. Больше тележек нет. О чем это она? Ладно, наверху нужно глянуть. Но только как туда добраться, что-то мне страшновато. Неужели будем прыгать оттуда туда? Надо высвободить еще одну тележку. Да, я уж понял. Ну как это сделать? Так, надо сейчас посмотрим на механизмы. Спасибо, Лара. Если ты повторишь еще раз, то я точно пойму. Так, вот. Теперь смотрите. Она стала доступнее, получается, да? Итак, ребят, появился новый план. Новый план действий. Итак, тянем на себя. Да-да-да, все верно. Итак, эта хрень катится сюда. Застревает здесь на время. Застревает. Мы поднимаемся наверх. Не зря там столб был, да? Столб нам поможет. Чертовски даже. Итак, подходим к столбу. Да. Вот так-то. Все, теперь он уже никуда не провалится. Смотрите дальше, ребят. Просто делаем, совершаем, я вот это люблю слово больше. Совершаем гребаный прыжок. И... Давай, детка. Получилось. Нужно лишь немного огня. Так, где моя бутылка? Кто мне даст бутылку? Отлично. Перепрыгиваем. Ну все, гори, короче, синим пламенем. И мы прямо туда двигаем. 3, 2, 1. Супер. Добрались. Так, здесь опять это у нас навалом. Что еще имеется? Все? Тогда сугубо наверх. Да, вот и взломана ваша гробница. Философское рассуждение о достоинствах познания? Так, все ловушки неподалеку автоматически подсвечиваются при использовании улучшенных инстинктов выживания. Окей. Гробница пройдена, друзья. Давайте сваливать отсюда. Все, дело сделано. И как нам сюда попасть? Нам что, ее взрывать, что ли? Так, ну-ка давайте-ка вот здесь проползем, попробуем. Да! Прям не зря, посмотрите. Входы какие. Там все якобы закрыто. Что такое? Волки, мать их!
Твою мать! Поднимайся, Лара, вставай. Да, еще и с загрызанным не хватало остаться здесь. И последний сукин сын. Нет, не последний. Там еще был один. Четвертый получается. Айда к нам, шкурки вы мои. Последний. Третий. Здесь прям валяется в кустах. Ну что, сможем здесь зайти? Ну-ка. Да. Нашли все-таки вход. Заходим. Никаких дыхательных аппаратов. Просто идем вверх. Итак, где мы? Да, чувствую, сейчас опять нырять придется. Итак, неизвестное место. Мы, значит, у гробницы, все в порядке. Все отлично. Ничего здесь нет лишнего. Все, идем тогда туда внутрь прям. Мне кажется, благодаря ей мы сможем открыть там какие-то приспособления, чтобы выполнить остальные гробницы, две штуки. Там внизу, наверное, что-то есть. Так, глубина здесь точно есть, Лара. Можешь не сомневаться. Поразительно. Это архитектура до православной эпохи. Так, что опыт надо брать. Золотая ременная пряжка. Декоративная, но крепкая и практичная. Хм, похоже, часть военной формы. Итак, где мы? И что здесь? Кто здесь был вообще? Не, ну это очень красиво было, конечно. Очень романтично. Так, здесь нужно все обыскать. Не хочу я что-то пропустить. Дальше идем. Так. Какой-то хитро выдуманный, наверное, сейчас будет... Это что такое там? Птичка всего лишь. Так, вот здесь что такое? Нам нужно вот сюда попасть. С помощью там чего? Давайте смотреть. Я смогу потянуть за него с помощью кометы. Так, сейчас разберемся. Подожди, Лара, не торопись. Рычаги-то она сразу увидит. Типичная баба. Вот что нам нужно. Сюда забраться, короче. Хорошо. Нужно забраться туда. Так, как нам это сделать? Вот здесь нужно поискать. Ну-ка. Не, ну мало ли. Надо было, конечно, разочек-то запрыгнуть. Так, вот это что такое у нас? Похоже, нужно соединить тот груз с платформой. Ага. И поднять, что ли? Вот так система, ребят. Золотое ожерелье с множеством деталей. Кто бы ни был автор, эта вещь не уступает находкам из Империи. Так, корзиночку тоже берем. Что за деревце? С грибочками, что ли? И где мы сможем это сделать? Вот оно что, ребят. Двигаемся, отталкиваемся от этого тогда. Итак, погнали. Да, груженная вся, перегруженная, как всегда, блин. Ага, вот. Сейчас залезем сюда.
Соединим. Все, отлично. И все получается. Сейчас вот эта штука придет в движение. Вот так поднимется, да? Так, ребят, выбиваем тогда сюда его, тянем. Изумительно. Итак, пошла все вода. Прекрасно сохранилось. Или нам сейчас нужно успевать, да? Все понятно. Как всегда, друзья. Так, еще разулю. Вот. Теперь он никуда не денется. Теперь он уже никуда не денется. Вот и все. Шикарно. Итак, здесь что такое? Здесь допрыгнем, да? Теперь все поднялось, посмотрите. Я считаю, это классно. Вот сюда нужно. Все, друзья, поломали мы голову. Достаточно неплохо. Ну, хотя так-то все быстро делается. Все очень даже просто. Поднимайся давай, Варк. Хватит здесь ползать. Теперь ей даже подниматься плоховато. Тяжеловато ей. Так, здесь что? Все собираем. Все нам нужно. Так, почитаем прежде. А, это карта, ребят, карта. Итак. Старая рукопись. Похоже, какой-то трактат о связи тела и разума. Освоен новый навык – быстрое лечение. Местность из болот вся. Ну-ка, давайте посмотрим. Полностью провалилась, что ли? Так это гробница, ребят. Это сама, что ни на есть, гробница. Ну-ка. Ну-ка. Вниз, да? Здесь ничего нет? Да, ничего нет. Вниз, значит. Спускаемся. Так, плывем. Ой, тут придется сползать все-таки, да? Совсем не жалеете вы Ларушку. Ну-ка. Это мы вот так выйдем, все понятно. Нужно подстраховываться. Мы как настоящие расхитители. Думаем, как возвратиться-то. Так. Здесь только так, по-другому никак. Хорошо. Все, пойдем. Никто нас не видит, надеюсь, отсюда. Все, спрыгиваем и сюда. Там огромная территория, что ли, ребят? Ой. Какая-то погребальная камера. И не говори, Лар. Ужас какой-то. Ужас, вы посмотрите. И они везде. Охренеть. Так, собираем все. Серебряная корзинка. Когда-то декоративная, но потом в ней носили зерно. Хорошо. Так, вверх поднимаемся. Есть что-нибудь интересное? Ну все, нам получается через сюда только, да, можно пройти? Там нам вряд ли можно забраться. Итак, друзья, костерчик. Базовый лагерь. Катакомбы сви... Так, ну что? Вот они, сразу. Так, внимательно. Интересно. От братьев даже защитить.
Так, ребят, смотрим. Нам куда нужно попасть? Я могу использовать вторую катушку. Вон туда перейти. Чтобы подтащить плот к берегу. Правильно, Лара. Правильно мыслишь. Все верно. Твою мать. Хорошо. Так. Получается, она ее накручивает, да? Ага. Все-все-все, понятно. Смотрите. Подтащили. Хорошо. Сюда встаем. И зацепляемся. Все, сейчас нас вытащит туда. Так. Резко. Хорош. Монеты. Есть здесь хоть что-нибудь-то? Все, лодочка наша уплыла. Мы даже не успели ничего взять. Может, ради этого мы все и делали? Так, посмотрим, осмотримся, что еще здесь можно сделать. Ага, вторая лодка, ребят. Давайте ее подзовем. Вытаскивайся давай. Так, друзья, нам нужно успеть подцепить ее, да? Она сейчас сюда поедет. Поплывет. Мы на нее запрыгнем? На эту лодочку. Есть рычаг. Так. Вот так, отлично. Твою мать, ты чё? Наоборот надо было. Лара. Ладно, 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 ладно. Отцепляйся, отцепляйся. Вот что нам нужно-то. Пока нас не стащило туда. Итак. Все, давай туда. Рещи, 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 рещи. Ну, уже чуть-чуть остается. Нас сейчас тащит туда, наверное. Рещи, 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 крути. Еще, 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 Лара. Вот. Отлично. Перебрались. Ага, здесь ни черта нет, что ли? Ну-ка. Значит, здесь что-то будет. Интересно, они бальзамировали покойников? Если честно, мне тоже интересно. Так, сейчас дойдем, наверное, лук все-таки откроем наш. Сейчас посмотрим. А может и нет. Какой-то офигенный навык. Ага, знание анатомии. Ага, то есть вон оно что. Мы можем резко ей прям в сердце и все. Это будет очень круто. Итак. Невероятно. Красотища, если честно. Посмотрим, как работает эта штука. Так, друзья, что-то наподобие планет, да? Похоже, парада планет. Нужно потянуть за это. Только вот как? Давайте вышибем первую. Ну-ка. Тяни давай. Раз. Давай, 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 давай. Сейчас мы сюда. Отлично. Нам на самый верх нужно просто подняться, суметь. Так, ну-ка. А, так мы сейчас можем спрыгнуть даже. Нормально все. Так, сейчас сюда. Хорошо. Давай-ка, Лара, знаешь, что мы с тобой сделаем?
потянем. Она не хочет, получается. Ничего себе. Ладно, придется отсюда. Давай, 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 давай. Это мало, еще надо. Вот, бэтменский наш коготь нужно использовать. Отлично. Теперь можем залазить. А, мы могли, в принципе, и сюда подняться, что ли? Хотя нет, 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 нет. Рисковать не стоит. Вот туда сейчас нужно перепрыгнуть, вот туда. Отлично. Так, дальше нам нужно перевернуть. Все верно, да? Да, переворачиваем. Черт, неужели, неужели надо было с самого начала все это сделать? Ну-ка. Вернемся тогда туда. Вот вредные сукины дети. Лара не может так. Ей надо все-таки отсюда, с земли, все сделать. А потом уже полностью пройти, да? Еще, еще, вряд ли этого хватит. Давай, давай, тяни. Доска должна быть прямо там. Давай, 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 чуть-чуть еще. Вот, отлично. Все, двигаем. Итак, друзья, бэткоготь. Супер. По досочке. Цепляйся давай. Наверх. Вот сюда, да? Так, 3, 2, 1. Есть. Еще. Отлично. Закрыто. Нужно как-то отключить механизм. Давай, толкай. А он до туда не дотягивает, да? Значит, это еще не все. Тут еще один замок с другой стороны. Да, ребят. Приличный путь придется проделать. Ладно, погнали. Но вот доска зачем? Придется ее как-то тянуть. Ладно. Она, наверное, сама оттянется. Погнали. Отлично. Мы здесь. Мы на месте. А что же здесь, друзья? Может, также нужно отцепить? Вот. Народ Якова опередил свое время. Будь внимательнее, Лара. Да, друзья, нам на самый верх. Нужно поднять это наверх. Главное рассчитать время. Все понятно. Так, ждем. Ждем что-нибудь удобное для нас. Так, это не то. Вот, бэткоготь нам нужен. Теперь нужно поднять это наверх. Но подождите. Теперь не до этого. У нас тут кое-что есть интересное. Монголы все. Нужно все это почитать. Город погрузился во льды. Так, возвращаемся. Что ж нам делать-то? Итак, раз.
Куда ж нам дальше-то? Ах! Пропустили. Сейчас сделаем, друзья. Вот эта штука нам нужна. Ничего ближе нет уже. Только сюда. Да. Вот палка как раз перед нами была. Ждем момента. Ждем шикарного подходящего момента. Вот наподобие вот этого. Проспали чуть-чуть. Так, еще разок. Так, получается, нам нужно вот сюда, друзья. Ну как туда попасть, посмотрите. Вот что нужно нам. Хотя нет, мы можем и вот так, получается, запрыгнуть. Но лучше вот на этой. Вот на этой части, с нее прям сигануть туда. Есть. Поднимаемся. Переходим вправо. Прыгай давай, молодец. Ну разве не умница, а? Молодец. Пропустили чуть-чуть, но ничего. Сейчас нас доставят. Красота, ребят, посмотрите. Да. Столько лет прошло, эта хрень до сих пор работает. И на ней может стоять человек. Что немаловажно. Могли на ту, кстати, пересесть. Ладно. Перевстать. Чутка остается. Сейчас выберемся уже отсюда. Ну вот и все. И мы на месте. Вот это гробница, ребят, да? Сейчас все соберем. И самое ценное. Особые приемы стрельбы из лука, разработанные в Византии. Итак, что это такое? Отлично вообще.